Випускник КДХУ. 3 роки пропрацював у Київському національному театрі опери та балету, де перетанцював майже весь сольний чоловічий репертуар. На сцені від нього неможливо відірвати погляд. Блискуча техніка, танцювальний азарт, акторська майстерність і нереально невагомий стрибок. Це все Леонід Сарафанов. Ви родились в сім'ї танцорів? Да. І ізначально займались народними танцями? Ну, просто у моего дедушки был самодеятельный ансамбль, и я там много провел часов в детстве. А как перешли от народных танцев уже к балету? Ну, родители настояли. Настояли? Настояли, да, потому что они разглядели во мне некий талант, можно так сказать. И сказали, что жалко твои ноги одевать в шаровары. А вы были против или вам понравилось? Я очень хотел быть как мама с папой, танцевать в ансамбле танца Вирского. То есть вы не очень? Ну, поначалу вы не знаете... Скучно учиться балету первые несколько лет. Стоять у станка, открывать на 8 счетов ногу, потом на обратно на 8 счетов ее закрывать, да. В сравнении с народными танцами это скукотища. И, но все-таки потом через несколько лет произошел переломный момент, и я, конечно, уже понял, что, конечно, классический танец дает гораздо больше разнообразия, чем украинский, при всем уважении. А можете рассказать, что это был за момент? Ну, просто я, можно сказать, физически больше окреп, да, и какие-то вещи начали получаться, уже какие-то первые результаты, потом был выход на сцену в каких-то вариациях, и так оно постепенно и переросло. Я понял, что возможностей для реализации в балете, в классическом, больше, чем в народном танце. У вас очень яркая, насыщенная карьера, и вы добились очень многих вершин. Может, есть что-то, что бы вы еще хотели реализовать, именно как танцовщик? Да, танцевать без травм, вот что хотелось бы. Спокойно уйти на пенсию балетную. Ну, вот это, пожалуй, единственное, чего хочется. Хорошо. Вы сейчас работаете в Михайловском театре. Да, совершенно верно. Можете поделиться планами на будущее своими творческими? В ближайшие несколько лет. Я думаю, что я еще чуть-чуть потанцую, а потом все-таки уже окончательно перейду на тренерскую деятельность. Ну, мне, скажем, нравится делиться опытом собственным, потому что за 20-летнюю карьеру достаточно накопилось. Есть что сказать и чем поделиться, чтобы артисты, молодые, начинающие, не делали ошибок, которые, допустим, делал я, и чтобы им было гораздо проще понять некоторые технические и также артистические вещи. Вы очень требовательный преподаватель. Ну, и у меня пока нет постоянной практики, чтобы я мог вам так сказать, требовательный или нет. Какие-то вещи, что касается основ, то я достаточно требовательный. А так остальное артисту необходимо давать свободу. А планируете чаще давать мастер-классы? Ну, я планирую в будущем закончить свою танцевальную карьеру и все-таки остаться в педагогической деятельности, в тренерской. Уйти куда-то или основать свою школу? Нет, я думаю, что где-то. Потому что своя школа, это будет так непрофессионально на аматорском уровне, поэтому лучше работать. А мне интереснее, конечно, работать с профессионалами. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к конкурсу. В прошлом году вы были в жюри, да. И в этом. Какая заметная разница между этими двумя годами? Ну, видите, к сожалению, сейчас немножко вирус почистил количество участников, да, потому что в прошлом году было больше, и в этом году планировалось еще больше, но из-за вируса, видите, кого-то не отпустили, кто-то побоялся. Вот. А так, мне понравились, мне кажется, что в этом году девочки посильнее, чем в прошлом. Угу. А мальчики как? Мальчикам нужно еще работать. Угу. Хорошо. Вы отметили кого-то для себя, вот у кого больше всего есть задатки для того, чтобы стать звездой балета? Ну, так не скажешь по одной вариации. Это нужно немножко знать людей, детей, артистов получше, чтобы так конкретно сказать, что у него. Потому что мы смотрим на сцене в маленькой вариации. Сегодня на уроке я видел кого-то. Не могу так сказать, что вот прям кто-то станет звездой. Все зависит от того, как они работают. Для этого их нужно знать лучше. А какие вариации вам показались сильнее? Классика или современная? Классика, конечно. Классика. Да. Ну, кто-то выглядел достойно и в современных танцах. Но в основном, конечно, классические работы были ярче представлены. Угу. Согласны с победителем? Со всеми? На 90%. Угу. А почему гран-при в этом году нет? Не обязательно каждый раз давать гран-при, вот, потому что достаточно был ровный уровень участников, и никто не был
ярче всех, скажем, чтобы выделить кого-то гран-при. Плюс юбилей школы, и все посчитали, что школа достойна, чтобы получить гран-при как школа. Хорошо. А вы как-то отслеживаете и держите контакт с ребятами, которых заметили на прошлых конкурсах? Ну, вот у нас в театре в Михайловском работает лауреат прошлых конкурсов Юлия Лукьяненко, которая вот недавно дебютировала в партии Ники в Байдерке. В новой редакции для себя стрессовала 2 спектакля в один день, потому что произошла там техническая замена. Вот, и сейчас ее перевели в ранг солистки, так что приходится следить. Плюс другой парень, Олег Легай, он сейчас работает в Мариинском театре. Вот, так что приходится, их видишь, лауреатов. Кто-то не теряется, то их видишь, и они могут действительно в дальнейшем стать звездами. А в следующем году будете в жюри? Если конкурс состоится, я бы с удовольствием принял участие. Хорошо. Что бы вы пожелали молодым артистам балета сейчас? Я бы пожелал им здоровья, чтобы у них карьера складывалась без травм, потому что здоровье и травмы порой не дают нам реализовать наши желания и мечты. А что бы вы посоветовали родителям, которые мечтают, чтобы их дети занимались балетом? Не давить сильно на детей. И если они сомневаются, отдавать ребенка в балет или нет, то лучше не отдавать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Очень приятно пообщаться. Спасибо.